Окно без стекол появилось в старшей группе 21-го детского сада. Оно не крепится к стене, а заглянуть в него можно с любой стороны. Малыши облюбовали необычную конструкцию и продолжают изучать ее новогоднее убранство. Творение участников конкурса покажем прямо сейчас. Новогоднее окно буквально повисло в воздухе. Да и окном его можно назвать лишь условно. Но именно это делает его по-настоящему волшебным. Художник картину всю ночь рисовал, трудился на совесть, покоя не знал. И вот на окошках уже забелели высокие сосны, пушистые ели. Мишура, дождик, снежинки, белоснежные шары из ниток, елочки. Чего здесь только нет. Все это многообразие праздничных атрибутов блестит и переливается. С их появлением ребята начинают ощущать приближение Нового года. За неделю до праздника провели костюмированный бал. Идея создать такое окно пришла воспитателю Наталье Сыропуловой. Она же воплотила задуманное в жизнь. Дети, конечно, очень радовались, что появлялась сказка к каждому новому изменению. И обязательно здесь наблюдают, смотрят, заглядывают. И в нашей сказке «Три белых коня, декабрь, январь, февраль» везут нам украшения для нашей группы и, конечно, подарки. Помогли и родители. Вместе с детьми дома вырезали снежинки, сделали елочки и новогодние шары, а после подарили все это в группу. Что получилось красивее, мнения у детей разделились. Мне нравится елочка, потому что она красивая и наряженная. А мне нравятся лошадки. Особенно одна, которая стоит вот эта. Чем она тебе нравится? Волосы красивые. Впрочем, все они сходятся в одном. Окно получилось очень необычным. Заглядывать через него можно с любой стороны, и это совершенно безопасно. Юлия Томилина, Денис Невугодников. Хроника дня.